Да, у меня вопрос. Да. У меня, правда, как всегда, не по теме, но у меня есть по теме самочувствия. Вот у меня получается на сухих днях, видимо, у меня идет отрыжка, то ли, видимо, какой-то жидкости в рот, допустим, даже вот при малейшем наклоне. Раньше у меня такого не было. Это вот когда я пошла на 4 дня, вот у меня на третий день такое появилось. То ли желудочный сок появляется, и он разъедает горло, появляется в горле, видимо, идет как отрыжка. И начинает, ну, как бы щипать, и очень сильно кашель сухой образуется. И вот, видите, уже пошел, даже после первого дня такое пошло, то есть малейший наклон, и вот у тебя вот эта вот как бы жидкость, или, я не знаю, это ли желудочный сок, он уже в горле, и кашель образуется. Я поняла. Я тебе бы порекомендовала попробовать в термосе заварить перед сухими днями, то есть сделай себе дня три на жидкости. На жидкости я имею в виду вообще на травке. И лучше купить лаванда. Просто лаванда, без каких-нибудь примесей. Она есть очень хорошее соцветие лаванды. Они прям такие вот, как маленькие-маленькие эти штучки такие, как, не знаю, Я как тоже муравьишки такие такого покупала, размера. да. Да, в магазинах, в каких-нибудь магазинах здорового питания, еще что-то. Вот они прям такие пахучие. И где-то на литр. Если мы говорим о термосе, да, запарить, на литр просто щепотку, потому что если ты много запаришь лаванды, она может дать сильную интоксикацию. А если буквально щепоточку на литр, то все язвочки она как раз подлечит, и она успокоит желудочный сок, вот, и будет тебе достаточно хорошо тогда после лаванды. Ни с какими травами, ни с лимоном, ни с чем больше не мешать, просто лаванды.